Всем привет, обновился Dark Deception. Вышла четвертая глава, давайте стартовать. Продолжить. Мы на полпути. Вау, да неужто? Мы же сами заходили, помните? И меня не пускали дальше. Мы сейчас будем, получается, бороться с медсестрами. Так, а как вообще ускоряться? Я уж все забыл. Планшет на таб. Так, у меня два ускорения поставлено. Ускорение, да, все можно листать. Давайте ускорение всяко оставим на Q, допустим. Ладно, пока так. Заходим. Нам нужно получить этот осколок души, чтобы открыть ворота. Естественно, он за этими решетками. Что ж, Малах не позволит нам добраться до осколка. Мы должны заставить сферу прийти к нам. Нам новую способность, получается, добавят. Что? Это что будет такое? Смотрите, еще две способности будет потом. Телекинез. Телекинез, давайте его ставить. Магнит, телекинез, сейчас принесем. Даже вот как? Ты собрался осколки душ, часть кольца теперь, что? И монстры впадут в безумие. Начинаем. Вот это обнова. Тормент терапии. Смотрите-ка, мы находимся рядом с госпиталем. Открываем, пока ничего не видим. Что? Медсестры танцуют. Тут же стражи. Нам кого вообще опасаться? Давайте шифтанем. Договаривается. Нет проблем. Даже не перевели. Пожалуйста, дождись меня. Нам нужно ее ждать, оказывается. Здесь шифтовать уже нельзя, планшет отняли. Смотрите, как красиво. Это очень все красиво. Это у нас стриптиз-бар прямо в больнице. Так, а почему тебя нужно ждать-то? Подходим к дверям с зелеными индикаторами. Так, медсестра не хочет идти за нами. Вите нужно с ней было поговорить. Мешаем. Идемте в этот кабинет. Нас сейчас будут сжигать. Почему он там стоит? Смотрите. Не заходит. Так, мы успели отбежать. Она там стоит. Мы ее баганули. Ждем. Не волнуйся, мы это починим. Открыл нам дверь. Что? Вау. Этот глюк произошел из-за того, что я ее не пустил в ту дверь. Побежали тогда вот сюда. Прикол. Ладно, давайте запустим ее. Dark Deception, 4 глава, есть баг интересный. Заходи. Okay, все, видите, поболтали. Следуй за мной, я тебе покажу лабораторную работу. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ждать, что ли, ее? А что тебе нужно-то? Тут уже закрыто. А я не могу ее как-то подтолкнуть-то. Побежали дальше. Зашли, молодцы мы. Так она там сама ездит, прикол. Нас уже не выпускают. Okay, great. Stay right there and don't move. Стой здесь, не двигайся. Я хочу проверить твою реакцию, видимо. Так, и что? Нас просто заперли. Она до сюда почти доезжает. Что ты делаешь вообще?
Открывай нам. Сейчас откроет, выйдем. Ах ты, не дает выйти. Что? Написано же, что прогресс сохранен. Видите, типа выпускает меня, но нет, глючит. Так заходи. Как с тобой поговорить-то? Ну-ка, если... Прикол. А если переиграть? Так, если мы переиграем, это у нас заново все начнется. Прикол. Ладно, нажмем переиграть. Это, конечно, пипец. А, это не та медсестра, которая говорит на ресепшене. Это совершенно другая. Ее помощница. Давайте тогда не будем специально искать баги. Это у нас стриптиз-бар в поликлинике или в больнице? Скорее всего, в больнице. Да, хотя не поймешь. В больнице лежат больные. Все, Витя отлично зашла. First, проверь свой вес, она говорит. Mercy, понятно, что если мы наступим, нас должны сжечь. Везде же картины с огнем. И мы такие, Витя, отошли. Что-то пошло не так. Это, видимо, моя промашка. И что, ты куда уехал-то? Ладно, уходим за ней. Следующий этап. Я покажу тебе свою лабораторную работу. Наконец-то. Заходим, молодец. Придется пролить немножко крови. Okay, great. Stay right there and don't move. Wait until the timer reaches zero. I'll be right outside the door. Так уехала. Maybe it's just me. Быстро, быстро, быстро. Выходим, выходим, выходим. Find a way out of here. Это просто жесть. Металлические штыри, нас бы просто проткнуло. Договариваем с ней. Поехали. Ищем следующую дверь с зеленым индикатором. Я думаю, что она тебя хочет убить. Так, вот и он. Здесь у нас располагается томограф. Нам, возможно, захотят взорвать голову. Точнее, не нашего, а предыдущего пациента. Right there, тут каждый кадр — это превьюшка. Твой последний шанс. Right. Видимо, твой последний шанс на смерть. Жесть! Что? Смотрите, тут так надо час нажимать F. Что? Подождите-ка. Сразу, что ли? Нас же приучили к ней подходить. То есть, телепортироваться будем? Мы телепортировались, теперь шифтуем. Фантастика, убегаем. Ах ты, еще будет диалог. Она нам сама разрешила убегать. И, кстати, у нее какая-то гусиная кожа, смотрите, столько ямочек. Нас хотят заразить вирусом. Мы с ней сами смотрим обновление Dark Deception. Добавили четвертую главу. Так, ну все. Можем бежать. Проверим, что есть. Ах ты, ах ты. Нас травят, смотрите, реально. У нас есть остановка врагов даже. Вот она. Пока не шифтуем. Это как задание Monkey Business, видимо. Так, это типа я нажал.
337. Это как это? Телепортировались. В принципе, неплохо. Шестой. С нами уже болтают. Ой. Так, а где они вообще появляются? Где вы там? Я уже забыл, как это все делать-то. Фантастика. Ой, ой, один не оставляем. Магнит. Насобирали, видите, сразу же. Дальше что делаем? Перепрыгнули все. Ладно. Надо шифтовать срочно. Нас не задело. Столько кристаллов собрать, это ж нереал. Кстати, можно бегать уже с телепортом. Поняли приколюху? Если что, телепортируемся. С нами как будто никто не бежит. Ох ты, морг. Ладно, пока будем бегать хаотично. Как получится. Мы бегаем как будто бы в легких, смотрите. Такой рисунок. Ой. Ах ты, не пробить, понятно. На. В разные стороны. Шифтанем сейчас. Пробили. 232. Так, еще есть какие-то сканеры, которые нас норовят просто сжечь. Повезло. Не удивлюсь, если мы бегаем по организму какого-нибудь. Ничего себе, вот это классный эффект. Либо они активируются в присутствии человека. Так, один кристальчик не добрали. Кстати, я же могу сейчас влуплять. А кто за нами бежит-то? Никого нет вообще в игре. На всякий случай. А где, допустим, кристаллы остановки? Йоу. Где вообще кто? Вы видите хоть одну медсестру? Где они? Это тоже произошел баг, что ли? Я бы не отказался от такого бага, если честно. Еще так, телепортик. Сразу его выбираем. Ну, телепортировались. Так, пробегаем. Никого вообще нет в игре. Быстрей! Пробежали. Реально, я только за. Никого вообще нет. Да неужто мы этот уровень пройдем? У нас сегодня в видео уже был как минимум один баг. Может, это просто везение. Пробиваем. 200 собрали кристаллов. Еще лифты. Ой, у нас же есть с вами вот такая штука. Мы можем собирать с вами кристаллы телекинезом. Я вообще никого не вижу, никаких врагов нет в игре. Сразу атакуем. Кто бы ни был. Смотрите, одинокий кристалл забыли. Ну да, у нас сегодня получается экскурсия по обновлению. Быстрей! И заодно нам просто везет с багами. Смотрите, вообще же никого нет. 250 собрал, да вряд ли бы дали мне собрать. Если бы не баг. Так, сбор. Ничего себе, телекинез-то классно работает. Спасибо подписчику, который чекнул обновление. Молодец, что следил. Я уже на Dark Deception даже забил, потому что давно ничего они не обновляли. Также и монахиню Broken Mask не делают. Как я думал. Так, ждем. Ой-ой-ой, пока просто убегаем. Все, выстрелили. Эти специальные электроворота чувствуют людей. Если кто-то приближается, то... Юкер Дэвисон! Сейчас меня реально могло убить. Ну, допустим, вот куда сейчас шифтовать? Ах, ты нам подсказывает щит, что направо. Ждем. И просто направо. Тут есть некоторые подряд просто. Так, налево. Фантастика, смотрите, бегаем без врачей. Кристалл всезнания. Который нам показывает, где у нас находятся медсестры. Что еще можем использовать? Телепорт, допустим, сюда. Такие раз, прилетели. Часто, кстати, можно использовать также магнит, телекинез. Очень неплохо. И все просто поблизости собрали.
Но это если бы нам угрожала опасность. Так-то не очень страшно. Напишите в комментариях, был ли у вас сразу такой баг. Потому что это прям мега баг. Как раз таки для обновления. И уже не идем туда. Сразу направо. Так, нас, конечно, сейчас могут подловить здесь. Нет, просто медсестер, супер. Телекинез. 11 штук осталось-то всего. Без единой смерти. Это, скорее всего, будет супер рекорд. Который получился случайно. Ах ты, все, здесь нет ничего. А, нет, слева они будут. Теле. Так, ждем. Еще синие ворота. Так, а здесь нас ждет, скорее всего, конец. Ой. Да просто перейдем. Соберите все. Но нам же подскажут, что где-то справа есть. А как-то страшно все равно. Были же баги такие в Dark Deception, что нас все равно убивало. А, вот они, последние 7 штук. Чудо, я не думал, что мы сегодня пройдем это задание. Медсестры помогли. А, и все, да? Бежим до ворот. А сейчас подсказывайте. Куда бежать-то? Нам показывают сейчас какой-то желтый щит. Ну, до этого не показывали. Да добегай ты, успел. Пока что прямо. Пробежали. Значит, главная дверь будет слева. Просто никого нет. Как они так баганулись-то? Так, мне сейчас конец будет. Скажут, что сейчас финал будет, да, настоящий? Сейчас влупим, смотрите. И все, и уходим. Нам налево, типа. Ну, пока бежим. Видите, написано «Хоп, он топ». Я на машине. Yes. Неужто это конечная сцена? Да мы смогли, молодцы мы. Сейчас, конечно, страшно вообще что-то делать. Да неужто прошли. Ну, миссия, кстати, интересная. А если бы еще был врач, я бы ее не прошел. Это что? А, это только еще промежуточно. Тогда готовимся. Ну-ка, пробежимся. Что нам скажут? Какая-то огроменная медсестра. Алтарь стоит. Хьюдж, смотрите. Центр терапии. И меня атаковали. Смотрите, мы в тюрьме. Уже красные медсестры. Так это прям целый фильм. То есть сейчас миссия должна быть, получается, в тюрьме. Исчезла. И нас сейчас убьют шипами. Да, точно, смотрите, шипы. Так это вообще иглы шприцов. Так, вы сейчас, получается, лампочку срежете. Если не так часто делали, так у них и лампочек бы здесь не было. Видите, мы можем телепортироваться в любой момент. Или не можем. Так, а есть место без шипов? Давайте на этом видео закончим. Мы сегодня с вами посмотрели обновленную 4-ю главу Dark Deception. С вами был Топси. Всем пока.